8 сентября в единый день голосования состоятся выборы депутатов Совета Слаянского городского поселения и депутатов Советов 14 сельских поселений Слаянского района, а также выборы глав Кировского, Прибрежного и Черноярковского сельских поселений. В территориальной избирательной комиссии закончилась регистрация кандидатов. На сегодняшний день можно подвести уже итоги, потому что вчера мы закончили регистрацию кандидатов всех, полностью подавших нам заявления. Значит, мы зарегистрировали на сегодняшний день уже 523 кандидата непосредственно, которые будут принимать в выборах глав и депутатов как городского, так и сельских поселений. Ну, можно разбивку сделать. У нас 39 – это зарегистрировано от коммунистической партии, 13 человек – от «Справедливой России», один человек от партии «Роста», 100 человек от ЛДПР, 221 человек от «Единой России» и 149 – это выдвинуты путем самовыдвижения. Выборы будут проходить глав поселений – это Кировское поселение, Черноярковское и Прибрежное. Значит, тоже выдвинуты кандидаты, зарегистрированы. Значит, в каждом поселении зарегистрировано по 3 кандидата. Один человек от «Единой России» и 2 человека путем выдвинуты самовыдвижения. В ближайшее время, вот мы говорим, в газете будут опубликованы все списки зарегистрированных, потому если кому-то интересно, они смогут посмотреть, кто зарегистрирован. Кандидаты, которые зарегистрированы, всем выдаем удостоверение. На сегодняшний день мы уже практически эти удостоверения выписали. Значит, все, кому необходимы были, они уже пришли, получили. Если кто не получил, могут прийти в территориальную комиссию и получить удостоверение.